Мы снимаем наши батлы, арендуя лучшее оборудование в студии Delight Rent. Камеры, свет, звук и любая другая техника для ваших съемок по оптимальным ценам. Ищи офис в своем городе и регистрируй анкету на сайте delight.rent. Ссылка в описании. Группа Цинкурода. Да, мы не знаем сами, кто мы и что мы. На самом деле мы создаем новую музыку и делаем новый стиль в этом движении, во всей музыкальной индустрии. Мы заносим что-то свое. И скоро вы о нас узнаете. Freaky Sound. Ну, это команда Крем Squad, это X-Spine. Эй, йоу, чуваки. Это Майк Стикс. Я представляю своих соперников. Я думаю, они такие, наверное, жесткие, такие какие-то. Ну, я не знаю, как их еще представить. Я на самом деле, типа, не видел их только сейчас, здесь первый раз их увидел. Но они большой бандой пришли, я не понял, кто из них кто просто. Вот. Увидимся с вами завтра. Пацаны, закомпанимся. Посмотрим, не будем вас представлять, просто встретимся, посмотрим, увидим. Ну, в первую очередь ожидаем Кача, Грува. Вообще, и со своей стороны хотим, ну, показать, как бы... Относительно идеальное выступление, потому что все наши прошлые выступления были с какими-то косячками, большими, маленькими, вот. Относительно идеально. Оставил простор это нахуй для отмаза, ладно? Да, ну и также Кач с их стороны ожидаем. Хочется сделать, ну, с двух сторон прикольное месиво. То есть мы едем как бы по большей части не батлить, а, ну, больше как бы во флоу соревноваться. И, ну, посмотреть вообще... Как кто сделает? Соревноваться по флоу, это же тоже батл. Я не знаю, ну, что да, да. Многие так это тоже отрицают. Вот. Но без грязи, потому что нам это не сильно интересно. Спортивный интерес. Да, спортивный интерес ради угара, ради шоу. Это что-то, ну, просто бежухи, предложили, да. Да, мы думаем, мы ни разу там не были. Что-то пойти посмотреть, как вообще все проходит. Тут у вас и конференции, и потом мы завтра уже куда-то тоже в другое место едем, и там тоже что-то будет. Просто интересно посмотреть, что за кухня у вас, потому что это совершенно другая, отличаешься от нашей. Вообще, изначально, то есть, когда предложили Кубок МС, очень скептически к этому отнеслись, потому что, ну, для нас это вообще чуждо. Ну, в итоге что-то пацаны как-то договорились и решили в итоге показать здесь свой стиль. Нужно все попробовать, и вот мы здесь. Приехать поугарать. Слушай, я вот не знаю, об этом не задумывался, потому что раньше, когда-то давно, когда мы только начинали во всей этой движухе крутиться, вообще у меня была твердая позиция, что, ну, нет никаких запрещенных тем, что это все батл-рэп и все такое, но сейчас не знаю. Сейчас я бы не хотел какую-то совсем лютую грязь слушать, знаешь, ну, просто зачем, я не понимаю, в принципе, там, фишки. Моральные ценности какие-то, родные, конечно, да. Близких нельзя задевать, там, мам, папу. Ну, я думаю, как у всех нормальных мужское людей. Мужское достоинство, да, там. Короче, если что, пизда вам нахуй после батла, пацаны. Плохо не говорите лучше. Да, нормально общайтесь, бля, как пацаны. Наша команда — это сплоченность, харизма. Energy. И халатность. Три слова. Мы просто ёбнутые. Делаем ебанутый стиль. Ну... Мияги и Люмейт. Скрипт, наверное. Ну, у меня. Раскол, Сидоджи, Дубащит. Ну, Раскольников. И Мияги пусть будет, да. Действительно, он же крутой. Фацовский, Кулаков и Дэдди Бочи. Это группа Цинк Уродов. Слева от меня. Шатал, Шарал, 103-й. С вами. По этой руке у меня Майк Сикс, X-Spine, Крам Сквад. Дайте им шумца. Эй, чуваки! И со мной на главном диване Алфавит сегодня здесь. Давайте тоже ему похлопаем. Ну, первый вопрос, наверное, который в зале назрел прямо сейчас. Давайте знакомиться с Цинком. Ребята, расскажите подробнее, как вас зовут, как вы к нам попали, почему решили участвовать в батлах, чем занимаетесь, потому что вы для нас новенькие, для наших зрителей. Давайте знакомиться. Да. Привет, всем привет. Это группа Цинк Уродов. Мы здесь новенькие. Это я, Сережа, два Никиты. Шатал, шараут всем. На самом деле мы сами не знаем, кто мы и что мы. Не, на самом деле знаем. Это по поводу Freaky Sound хотелось бы рассказать чуть-чуть. Расскажи им про то, что ты придумал. А что я придумал? Freaky Sound. А, ну просто свой стиль музыки как-то... Да хуй его знает, как обычную музыку, короче, рэп делаем. Вот, а на батл попали, просто позвали. На самом деле, ну, не очень бы и хотелось, на самом деле, сначала батлиться. Ну, просто решили попробовать себя в этом. Почти до конца чисто. Да, у нас другие батлы, как бы...
были в свое время где-то там на улицах. Вот. Ну, решили попробовать. Не знаю, что получится из этого. Но я думаю, будет всем весело и все приколятся с этого. Просто в основном я смотрю, как бы батлы это грайм там и прочее. Что-то там пацаны там выдают флоу. Вот. Ну, увидите, мы в своем стиле это сделаем. Вот. Все-таки решились, короче. Ну, а почему говорили, что не хотели вначале? То есть вы следили, и не ваша тема? Ну, для нас это немножко чуждо. Я вообще батлы, в принципе, не смотрел никогда, не следил за этим вообще. То есть и как-то к этому относился скептически весьма. Я думаю, пацаны так же. Ну, Никитос раньше в свое время там на онлайн-батлах что-то там выступал. Я в суде сейчас. Пару раз туда-сюда делал когда-то. А что с онлайны были? Инда батл, по-моему, там первый отборочный лет 10 назад, там еще когда Вити Классик батлился с кем-то, я что-то, о, надо попробовать. На Дженниус палочку записался, такой скинул. Да. Победил кого-нибудь тогда? По-моему, прошел во второй раунд, потом меня слили, короче. Ну, ничего, теперь я в цинке, теперь все хорошо. Ну вот давайте про цинк. По сути, вы батлами не увлекались, но рэпом-то точно вы увлекаетесь, занимаетесь, у вас... Тур идет сейчас, да, насколько я знаю? Да, у нас вот осталось два крайних. Расскажите про ваши успехи вот в музыке. Заканчивается тур, вот это наш самый первый здоровый тур, там что-то 20 с чем-то городов было. А, второе, да, первый был тоже в том году. Ну, там так 8 городов что-то было. В этом году прям такой сильный, массивный. Мы даже не успели, на самом деле, подготовиться, не было времени как-то. Мы же, когда и виделись, тоже решали вопрос, то, что мы решили, то, что, может, в следующем году, говорит, пацаны, надо в этом тут что-то это клево. Мы говорим, давай попробуем. Надо. На самом деле, начали готовиться вот пару дней назад. Что-то накатали текста, подредактировали. Ну, короче, как всегда, на своем стиле, на расслабончике, на похуй вообще, типа, приедем, будет клево, будет интересно. Главное, шоу просто, и все. А вы 3-2 батлитесь или как? Или я что-то не понимаю? Да, все по-честному. Как оцениваете свои шансы победить вот в этом батле? Вы сказали, что судить-то кто будет, публика, да? А мы не знаем, что мы делаем, как обычно. Мы делаем то, что как и нам привычно. У нас, что, и у нас все. Силы есть, кайф есть. Будем, что будем, сделаем мясо. Может, что-то. Я думаю, именно батл сам будет интересен тем, что стили очень сильно разнятся. Вот. И для судейства, для аудитории, мне это кажется, выбор будет сложно сделать только из-за того, что ну, стили реально очень разные. Ну, а там уже как рассудят. Много обещать не будем, короче, вот. Первый вопрос хотел ребятам из цинка задать. Как ваша аудитория вообще отреагировала на то, что вы залетаете в батловую движуху? Мне кажется, там среди вашей аудитории много предвзятых ребят, кто как бы так относится к ней. Да, вот мы и думали, что будет предвзятое мнение. То есть на самом деле в комментариях пишут, что, блин, круто, это удивительно, это какое-то непонятное явление, но всем интересно посмотреть все-таки на это будет. То есть прям никакого-то хейта прям жесткого не испытали. Ну, пару комментариев каких-то были, которые пацаны там остались в 2016 году, наверное, вот от них. А так всем остальным все поняли, что мы уже по всем фронтам работаем, поэтому... Всем это интересно. Мужики, любимые ваши BPM-рэперы? Что это значит? Все, спасибо. Батл-рэперы любимые. А, BPM-рэперы просто... BPM — это под биты, значит. Ну, какие частоты, я думал, тебя пацаны читают. Я не знаю. Ну, Саша Скул, наверное, мой любимый батл-рэпер, когда он вышел просто с Лиском, выдал тру, сказал, что думает, и ушел. И все. Ну, я вот эти батлы помню. Я помню, типа, вот... Эти, как Капашок тоже выходил, вот этот, его друг, который старался, как... Брол. Брол, да, он же тоже, он же в натуре старался, он же что-то делал, он понимал, что против него, может быть, а может, не понимал, просто какой-то батл был. И он, может быть, старался, и все равно на этом батле поднялся Пашок, он пришел, труп показал, как есть жизнь, вот это андеграунда показал, немножко внес. Мне кажется, у да вас... просто себя вас, такого, как вопрос, есть, показал. У меня вопрос к вам. У вас были когда-нибудь подземные рэперы, и когда вы будете ставить субтитры под свои видео, потому что очень часто непонятно, что граймят парни? На самом деле мы делали субтитры на несколько видео, вот на самые востребованные. Ты имеешь в виду, что когда быстро тараторят, ты ничего не понимаешь? Да. Много к Майку Стиксу бывает таких претензий в комментариях, я замечаю. Да. Я вчера смотрел, кстати, какой-то твой батл против прикольного какого-то типа. Ну, пацанов вы уничтожаете, да. Там, да, нормально. Ты их хаваешь как-то непонятно образом, поэтому, наверное, ты такой. Да, можно даже на русском языке не читать, просто какую-то... Да, мы об этом тоже птичьим, на птичьим. Да-да-да. Специальный корреспондент телеграм-канала «Панчики». Салют Крамскваду, салют Цинку Родов, Папа Боча, Фас, Кулаков. Я вашу музыку знаю, слушал в какое-то время, сейчас тоже бывает, послушаю. Респект, бро.
Аналогично. Вот, короче, кроме вас же еще много есть, реально, вот таких, как вы говорите, подземных, андеграундных групп, типа вот тяжелая атлетика у вас, фиты есть с ними, да? Алкоголь после спорта. Еще разные группы есть. Вот как вы считаете, вот в эту батловую движуху, вот, например, на Кубок МЦ, кто из каких групп, вот, ребят, вы бы хотели увидеть здесь? Ну, по стилистике, мне это кажется, круто бы залетел «Девиантный диалект», «Хейтхуд», «Метокс». Вот. Ну, «Раскола» бы, наверное, тоже было бы прикольно подтянуть, на самом деле. Он, на самом деле, в своем стиле бы шоу такое исполнил. Ну, непонятно, либо «Раскол», либо «Сейсорсист», вот смотря какой его проект, типа, смотря какой он возьмет проект туда на батл. А так это было бы интересно, и респект ребятам, что они начинают, как бы, вот эту кухню андеграундскую засовывать, как бы, в батл, да, то, что уже слишком давно, оно с этого и начиналось-то. Вот эта батл-кухня, она же начиналась с этих пацанов, которые подвальные приходили, батлились, которым нужен был пиар, типа, а сейчас... Это просто набрался уровень. У вас просто уровень, ребята. И то, что вы берете за ребята, которые вот подземные, это респект. Это круто. И кого мы хотим увидеть, да, вот Никита сказал. Братан, я думаю, то же самое. Братка, вы здесь самые не подземные. Как раз таки. Это мы старались на протяжении нескольких лет. Да. Такими ну, казаться. Нет, вопросов нет вообще. На самом деле... Просто ремарочка, к слову, цель так даже сказать. Цель как бы... Не оставаться вот в этой постоянно, знаете, на нас как будто уже стоит вот это клеймо, типа, вот это андеграунд-рэперы, значит, они там читают про жопы с хуями там и прочее, и все, кроме этого больше ничего не умеют, типа, да нет, на самом деле, я думаю, завтра как раз все эти сомнения развеются, то есть... В смысле, жопы хуев не будет, что ли? Не, чуть-чуть, немного, парочка раз. Парочку так, хуев, парочку жоп. Чтобы не обижать тех, кто очень давно нас слушает, да, чтобы они сказали, о, да, они сказали про жопу, бля, кайф, 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 кайф. Издание, коли вы не видели, как надо накидывать. Вот против вас три человека вообще. Сможете ли вы накидать что-то им вообще, что-то противопоставить? Как если они выйдут одна, все вместе, имеешь в виду, сразу против ну, них? Конечно, я думаю, их трое как-то они будут. Ну, микрофон это два у них. Они по-любому будут давить на вас втроем. Да вы им не хватает дрища просто. Сможете вообще что-то либо им предоставить? Ну, посмотрим, братка, увидим. Понял. Вы сами, парни, думаете, честно втроем на двоих выходить? Ну, смотря, да, да, честно, нормально. Да мы еще хотели они попросить. Сильные. Мы хотели попросить у пацанов, они... Ну, батлиться, вы часто батлитесь. Можете не сильно по-братски. 4 года назад. Можете не разъебывать. Поддавайтесь по-братски. Да. Дайте нам один раз батл выйти, там, да. Типа, показать. Это наш первый. На втором. Пожалуйста. Дальше давайте, опять выиграем. Давайте, короче, как на этих конференциях договоримся. В следующем году, короче, выходим уже по-серьезки, типа. А пока что давай, с кем этот стердаун сделать? Давай, кто из вас в этом году? Ну, договорняк. А в следующем году другой, давай. Миша, ты можешь. Пацаны, между вами еще сегодня фристайл, да? Не знаю, наверное. Я, типа, я включайте, знаю, включайте бит, нахуй. Все, Майк теперь в цинке уродов, походу, да? Все, давай к нам, братан. Я потом фейковый пост сделаю. Все, вот тебе, Экспайн, я в цинк. Как такого подписался мува? В цинк. Степан Крестоносец, кто из вас всех больше всего любит Куни, город Коряжма. Я на самом деле люблю очень старые фильмы. С такой примерно озвучкой, как твой голос. А Кунилингусу мы относимся все плохо. Это война до удостоверения человечества. Да, мы главная битва произойдет. Гоблинская озвучка. Братан, мы просто обычные пацаны, мы не лежим пизду. Отъеби со своими вопросами. Последний вопрос. Ребят, привет, меня зовут Сережа. И, пользуясь своим именем, тоже хотел бы задать вопрос Сереже. Батл-рэп батл-рэпом, но в начале конференции вы рассказали интересный анекдот. Я до сих пор пытаюсь понять, что же было на той записке. Есть какие-то у вас предположения или же мысли? Да, и у меня есть еще один такой же анекдот, если я расскажу, вы все тут охуеете уже. Не и надо. Вы останетесь такой же опустошенной Давайте. Душой после этого анекдота, вам станет опять всем плохо. Они, ну, думаю, сейчас уже все разбавились и потеряли вот эту, да, которая была, ну все поняли. Если можно, расскажите, пожалуйста. Да, короче, ладно, хочешь расскажу, серьезно? Да. Короче, ехал этот мужик, два мужика в поезде, они, короче, едут. На похороны деду, он им завещание оставил. Он им оставил
Это надо того парня позвать текстом написать. Короче, они ехали на похороны деда, и дед сказал, если похороните меня на том месте, где я, ну, родился, то все завещание вам перейдет. Ну, в общем, эти два парня сажают деда, ну, в поезд, у них же бабок нет нихуя особо. Они сажают деда в поезд, ну, и говорят, все, что, у нас скоро наследство, там, туда-сюда, мы деда-то похороним, все нормально, завещание перейдет. Пойдем в вагон ресторана, короче, обкалдыримся. Он говорит, да, давай, погнали. Ну, вот они, короче, ушли, ну, и одет на верхней полке, и что-то тут пум, кочка нахуй, бам. У деда рука упала, мужику снизу поебал. Он такой, слышь, мужик, еще раз нахуй я тебе, бля, поднимусь, ебал сама. Друзья, давайте спросим у Алфа пару вопросов. Хэл, вот, может, у тебя есть вопрос к алфавиту? Ну, я вот разогрева. Хотел спросить, как ты чувствуешь себя брошенным диктатором? Диктатор не приехал сегодня. Думаешь, это какое-то давление на тебя со стороны перед батлом? Неуважение он к тебе проявляет или просто потерялся? Прекрасное чувство, когда в твоей жизни нет диктатора. Надеюсь, мы его испытаем. Да не, ну, надеюсь, главное, он завтра придет. А так, конечно, где-то он там телефон, наверное, ищет, хуй знает. Че, расскажи, как вообще, в двух словах, как подготовка проходила? После гоу-киллы на диктатора что-то изменилось или плюс-минус то же самое будет? Ну не, диктатор, он, конечно, как соперник более объемный. В него интереснее тыкать было. И текст получше, я думаю, получился. Но если его не переозвучите, не замените на другой, как обычно, нейросетями, то, думаю, все будет заебись. Че, мы тебя подпортили, твой прошлый камбэк? Расстроился ты результатом? Да нет, не, нормально. Ну, я сделал ровно столько, чтобы выиграть GoKill, я сильно не парился, и похуй. Думаю, в этот раз поприкольнее будет. Но мне в прошлый раз понравилось. Да было охуенно. А что вот сейчас Рамирес, можно сказать, принял твой вызов? Да, правда. Ближе к лету, скорее всего, это состоится. После этого подготовка к диктатуру не стала серьезнее? Тебе не показалось, что нужно как-то показать себя с лучшей стороны, чтобы Рамирес не передумал, или ты не смотришь на это? Да не, ну какого хуя буду для Рамиреса что-то париться? Я для себя. Я батлюсь с собой прошлым из прошлого батла. Вот такая хуйня. Да, ну, есть старался. Такое, что принципиальная битва как будто для вас обоих с диктатором. Ощущаешь такое? Как будто нам нужно набрать снова очков в глазах публики. Да, возможно, да. Но где он, опять же, хуй знает. Где его очко? Непонятно. Меня зовут Никита Мостяк, город Минск. Погода огонь. Мой второй батл. Меня зовут МЦ Спасибо, я директор батл-рэпа, президент жанра, мэр этой культуры. Пришел заправлять сюда сегодня, брат. Заслуг почти нет никаких. Руслан меня зовут. Никаких Андреев, Паш, я Руслан, запомните это. Илья Прохин, заслуг нету, первый раз выступаю на битах. Вот хочу проявить себя. Из толпы, мой ник, ты запомнил? Заслуги, да я не знаю, какие заслуги, просто прихожу, прикалываюсь, батлю, иногда выигрываю, иногда проигрываю, но главное, что народ веселю, это моя главная заслуга. Хотел стать суперагентом, ну прям каким-то специальным агентом, я смотрел фильмы про Джеймса Бонда и мне нравилось. Я, кстати, мечтал в детстве стать официантом, чтобы жрать еду чужую. Чтобы дохавать еду, и потом, короче, я устроился официантом, проработал один день, похавал еду чужую и отравился сразу и уволился. Но было прикольно. Хочу батлиться. Мне нравится. Прям сильно нравится. Я буду участвовать, развиваться. Хуй знает, если честно. До конца сам не понимаю. Просто потому, что бухой дурак согласился, блядь. Не смог отказать, а потом не стал заднюю давать, как мужик. Бухой дурак согласился, но мужик исполнил. Да я не знаю даже вообще. Не хочу участвовать в этом батлисе сейчас, если честно. Да блин, мне показалось прикольно. Мы вообще это решили просто. В семнашке сидели, пили и такие, вот тот-то, тот-то, тот-то будет. Я еще не знал тогда, что всем оказывается похуй на этот батл, но я реально готовился. Наверное, это батл жизни, потому что даже на капелле так не нервничал, не готовился, как на этот BPM. Все-таки это мой первый дебютный официально такой BPM полноценный. Нельзя упасть в грязь лицом, нужно показать себя. Ну, очевидно, наверное, из толпы он серьезно к этому подходит, да? Он BPM-щик, который единственный с большим опытом. Самый опасный я, самый лох, оболбиск, пачука и три пидораса остальных еще. Вот пять ублюдков. А я самый опасный. Ну, не опасный лошок — это Хэллоуин, а
опасный Никита Мостяк, да. Никита Мостяк, только. Самый опасный балбиск. Он может вообще нихуя не уметь ни в бит читать, ничего. Может просто орать, но он сияет, понимаете? Если человек сияет, ему и скиллы особо не нужны никакие. Просто сияние может забрать. А самый лошок — это горошка. Горошка-лошок. И читать не умеет, и сиять не умеет. Просто будет, блядь, оффбитить хуйню какую-то жидкую, ебаную. Самый лошок — обалбиск. И самый опасный — тоже он. Аргументы, ну потому что он может, ну что, просто что угодно выкинуть. Я надеюсь, он разденется, я разденусь. И будет прикольно. Нужно конфликтовать, нужно находить какого-нибудь лоха, блядь, и лошить его. Просто так неинтересно. Вот со столпы бы я не забатлил никогда, потому что я в нем лоха не вижу. Но, по сути, в горошке я сразу лоха увидел и вписался в дезматч вот этот тоже, благодаря этому. Да, я думаю, нет. Тем более в BPM кажется, что можно просто выйти с киллами и помериться. Да, обязательно, конечно. Ладно, давай перепишем. Нет, не обязательно, конечно. Это основополагающее любого батла. И, ну, завтра я выступаю. Я думаю, увидите, если я не забуду текст. Главный лейтмотив, почему я вышел и почему мне нужно высказать, ну, наболевшее, что ли. Так как я являюсь чемпионом, да, пока это надобно, вот, организатором, я вот на правах чемпиона хочу высказать свое отношение про, ну, некоторых организаторов, площадку и, ну, про все в целом. Поэтому, да, конфликт важен. Нет, абсолютно нет. Потому что для меня это интересно, когда конфликт, но как-то и на скиллах, на панчах, на этом всем тоже можно очень крутой батл сделать. Конфликты вообще, а зачастую, когда конфликты, короче, влияют на тебя, и ты больше как-то пытаешься задеть и меньше уделяешь времени скиллам, панчам и просто засираешь человека. Я считаю, что когда какого-то конфликта нет, то батл более качественный получается. Батл рэп сегодня — это выходит батл, сутки не стримишь. Через сутки подрубаешь, здравствуйте, алло, да, и все, приветик, полосочка, заказики, вот он, батл рэп. Ну и Royal Raven, конечно. Да как и всегда воспринимаю, мне нереально кайф вообще выйти и выступить, всем людям понравилось, там, оппонентам пораздавать над оппонентом, он надо мной, покайфовать, для меня это главное, конфликтов никогда у меня не было. Это просто нереально весело. Я уходил с батлов миллион раз, приходил, но вот, видимо, всегда так будет. То есть я, видимо, никогда не уйду, потому что это нереальный вообще кайф. Чё за, блядь, философские вопросы? Батл-рэп для меня все. Я есть батл-рэп. Не, батл-рэп для меня важен. Батл-рэп — это очень круто, это эмоции, это движ, это постоянные спонтанные поездки с одного города в другой. Бесконечное пойло, бары, тусовки, тёлки, рифмы, там, не знаю, панчи. Это круто, это атмосфера, это ради чего можно было жить 27 лет. Да, я серьезно готовился, пацаны. Я не знаю, что вы завтра будете выдавать. Я буду завтра разъебывать. Я надеюсь. Бро, мы тебя поэтому позвали шестым, чтобы, да, ты, да, разъебал нас. Меня забрали шестым. Обычно ж 5 человек, я понимаю. Да. Да, меня вот, я в последний вагончик забежал, потому что, ну, надо как-то добавить серьезности. Но я готовился, короче. Так что, блядь, у вас сегодня есть время ноги побрить. А у тебя побриты, да, уже? Я уже готов. Я вообще согласился, когда Мостяка не было еще. Вот почему так. Я думал, ну, залечу, ладно, тут рэп там можно почитать там относительно. И все, и бах, Мостяк. Я был против, честно. Был Мостяк. Да, все были против, никто, да, не хотел. Да. И ты, сука, захуярил жестко. Организаторские глазки заблестели. Мы впятером набухались. И все, кринж-дезматч сформировался. А потом этот, давай Мостяка, давай. Да никто не хотел Мостяка, ты понимаешь, что так. Ты настоял. Но в итоге Мостяк оказался нормальным парнем. А Горошка Питер не приехал, блядь, даже. Пошел нахуй, Сергей Горошка. Вопрос от Кукиша. Давайте аплодисментов дадим. Я, кстати, брат из толпы, ему сейчас стыдно будет. Вопрос к Никите. Несмотря на то, что вот у тебя недавно прошел батл вообще с охуеннейшим типом, типа вот на 140, несмотря на твой, типа, очень средний дебют, вот как ты думаешь... На кого из чуваков тебе было просто интереснее писать? Мне вот из... На кого интереснее? Да-да-да, вот из всего дизматча. Несмотря на то, что ты в прошлом батле, ну так как бы, ну... Да, это я понял. Не очень. Мне было интересно писать
Да, а карты так вот раскрывать вообще надо, стоит, не стоит, высунуть. Да, да, мы на конференции. Строчки, да, можешь просто на кого-нибудь... Интересней было, я не знаю, мне на Горошко было интересно писать. Он такой персонаж, про него ничего не говорили особо. Ну, как-то... Вот, но интереснее, чем на того крутого парня со 140, уже вряд ли будет когда-то. А есть кто-нибудь, про кого-то ни строчки не написал? Бля, я бы написал. На тебя написал. Но немного. Просто у меня в тексте ни одной строчки про Мостяка нет, потому что считаю, если я уважаю, я могу про него плохо говорить. Поддерживаю, то же самое у меня. Ни одной строчки про Мостяка, просто потому что нормальный чел, единственный в батл-рэпе. Строчки про Мостяка вообще хоть какие-то. Не, серьезно, пацаны? У меня про тебя нет. Но две, ладно. Прикол мы в том, что на Мостяка строчки только у меня, и на меня строчки только у Мостяка, я думаю, а остальные просто своей этой акапельной хуйней занимаются, и все. Из толпы, вот. А есть такая тема, что отомстишь ему за кукиша, или нет такого желания? Не, мне похуй. Он его нормально разъебал, кстати. Мне понравилось. Тут у нас всплыл Сергей Горошко, который почему-то слился с конференции. Как думаете, парни, почему он не пришел? Что вообще про Горошко скажете вот в этом составе? Не, ну он гниловатый немножко, вот я с ним знаком. Ну честно, вот ну прям гнилой. Ну неприятный чел, да и вообще неприятно, что кинул, как бы... Сюда люди приехали из разных городов, дела отложили, я, блядь, в день рождения приехал, мог стримить сидеть. А этот, что у него за дела-то хоть? Ну да, так он и в кино есть. Снимается сейчас. Хэштег в комментарии «Горошко хуесос», я думаю, справедливо будет. Пожалуйста, после каждой моей речи аплодисмент. А что ты сказал, что написать «Горошко хуесос» и он прибежит сейчас сюда? А, слушать научись, долбоеб. Аба, что у вас за конфликт с Хэллоуином появился? Вы были вроде друзья. Ну, были, да. А что случилось? За Б тоже были. Не знаю, не складывается у меня с батл-рэперами дружить. Почему думаешь так? Получается? За Б не я, не батл-рэперы, блядь. Какие батл-рэперы, какие друзья? Не знаю. Ну, у тебя какая претензия ко мне, Рема? У тебя какие претензии ко мне? Завтра в третьем раунде услышишь. У меня третий раунд посвящен исключительно Хэллоуину и площадке Кубок МЦ. Потому что мне это настоебило, это отношение. Бля, да уже все слышали третий раунд его. Он в конфуз скинул свои раунды, нахуя, никто не понимает, зачем. А еще он нам жопу скинул голову. Он скинул свой третий раунд и жопу. Ну, типа, кому надо, перешлем до батла, в принципе. Кстати, сходи к врачу, реально, там что-то странное у тебя. Мы прям изучили. Хау Кайл, ты впервые на кубке. Расскажи, как тебе, какие ожидания, как готовился, чего ждешь от завтрашнего батла? Всем привет. Короче, мне просто позвонил Кири, сказал, поехали батлить. Я долго не соглашался вообще, думал... Типа, зачем? Но он просто применил одну очень сильную манипуляцию. Типа, там, да мы не видимся с тобой, давай, типа, хотя бы в Москве там затусим, побатлим. Я подумал, что да, можно съездить. И все. Поэтому я здесь готовился. Честно, сильно на похуй, но мне нравится, что я сделал, поэтому как бы пофиг. Обычно... Можешь перезаписать, что ты жестко готовился, жестко хотел. Можешь сейчас еще раз? Я не готов. Обычно Клаву все ругают за подготовку. Ты как-то воздействовал на него, чтобы он выучил все, да, запомнил? Честно, я думал, что Сёма, наоборот, ответственный человек, который вот подходит. Не, прям... Не, я... то есть, короче, когда мы выбирали биты, у меня супер было мало времени на подготовку. Просто у меня было, типа, там, суббота-воскресенье. Я знал, что мне надо за субботу-воскресенье там одну написать полностью, как бы, весь батл. И я просто зашел на YouTube, выбрал бит. Мне понравился. Я где-то 15 минут записал. Мне понравилось. Я скинул в конфу бит, что-то там кто-то похейтил его, кто-то нет, и все, вот так выбрали. А на командник Киря просто скинул куплет, припев, я записал тоже, и все. Короче, недолго мы готовились, и мы сейчас вот поедем репетировать. Я не знаю, что мы сейчас тут делаем, если честно, без Ирены и Эльмет, но мы должны немножко порепетировать, короче. А ты хотел фейс-ту-фейс с Эльмедом сегодня, ну, встретиться со своими соперниками? Конечно, конечно. Такие вещи писал в конфе просто. Как ты вообще их оцениваешь как соперников? Какой настрой? Я не знаю. Я знаю только Ирен с Индобатла, вот этот Bad Girl, Подриану что-то там. И все. Эльмеда я вообще не ебу, кто это, если честно.
Просто знаю, что он кореш Ирен, или брат Ирен, точнее, и с ней стримит все. Поэтому я не знаю, что из этого получится. Я приехал почитать рэп, если честно, и увидеться вот с ребятами, с Кирей. Плюс мне нравится движуха Кубка, мне нравится как бы... Я чисто вот покайфовать, почитать рэп. Я помню, что мы с тобой, когда батл давно еще обсуждали, ты говорил, что тебе именно в автотюне хотелось бы выскочить. А, да, и еще формат. То есть вот, да, мне хотелось попробовать. То есть мне там ребята какие-то, которые еще там два человека меня помнят, они мне писали, давай, брат, что там грайм сделал. Вот, поэтому нет, я не сделал ни грайм, ни... Ну, будет такой автотюновый трючок и какой-то трэп на командный батл. По-моему, прикольно звучит там. Прикольные строчки, смешные есть, поэтому я думаю, будет интересно. Клава, а то, что у тебя отняли автотюн на этом батле, как ты себя чувствуешь вообще? Да не, нормально чувствую. Ты готов к битве с РН без автотюна на техническом? Да, да, мне на самом деле вообще надоел уже автотюн. Что-то меня слишком много приглашали на него. Ну вот, и я такой... Я же еще тогда говорил, что можно так-то тряхнуть стариной в целом и побатлиться без тюнчика. Вот, поэтому... Наверное, что-то прикольное будет. У меня два вопроса, значит, еще раз всем привет. Значит, у меня первый вопрос к Мастяку, как к человеку, который, так сказать, новенький в нашем комьюнити. Почему батл рэп? И второй вопрос к Клава Брау, который меня уже знает. Кто из Дезматча, по твоему мнению, мафия? Все, спасибо. Почему батл рэп, да? Да я не знаю, мне на самом деле просто Отто написал. Дров, чел, как ты относишься к батл рэпу? Я помню, я просто прочитал это сообщение, я заулыбался. Но я уже предположил, что он хочет. И все, я долго не ломался. Ну, я не скажу, что следил. То есть я смотрел все, но исключительно со знакомыми именами. Вот. И мне всегда это прикалывало. Короче, это вообще закрытая инфа, но это не секрет. Но я должен был на Фиделио батлить, у меня уже контракт дома лежал. Вот. Это никто не знает, но тут и ничего интересного нет особо. Ну, я, в общем, отказался, неважно почему, там ничего интересного. Но мне все время это прельщало, я рад, что я сейчас здесь, и что в моей жизни такой путь открылся. Мы тоже тебя рады видеть, брат. Да, спасибо тебе, что ты есть. Да, спасибо вам, пацаны. Классно. Жалеешь, что тогда не пошел на Фиделио? Сейчас бы, если время назад отмотать, пошел бы на Фиделио? Ну, слушай, несмотря на то, что Фиделио, да, сомнительный проект получился. Хороший проект. Я думаю, что я мог себя проявить просто чуть раньше, но, тем не менее, там, я пошел своей дорожкой и приобрел, думаю, даже больше. Клава, там у тебя спрашивали, как со стороны, смотря на этих типов, думаешь, кто будет раздавать в клэше завтра больше кто всех мафия? Жарче? Просто спросили, кто мафия? Блин, а горошка будет вообще, нет? Будет, будет, да. Хэштег горошка. Возможно, дублер его будет, не знаю. На самом деле, каждый из них может выдать что-то неимоверное. Вот. Аба, харизма из толпы вообще, ну, блядь, разъебал меня. Никитос Мастяк, блядь. Просто лучший, нахуй, Пачука, про чайничек, может, что-нибудь заебашить, это охуенно будет. Вот, и Хелл как организатор, который давно не батлил, тоже может в целом. Один горошка нихуя не может, он не приехал. Всем салют, Акапелла в здании. Вопрос к рэперу Клава Браво. Вот, собственно, я заметил, что прошлое твое выступление длилось 8 минут, и ты в нем сказал, что писал текст 5 минут. Будут ли побиты в этом батле какие-то рекорды по написанию текста, может быть, за минуту? И расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь вообще так быстро? Да не, на самом деле, ну, нейросеть просто хуярит. Уходит 15 минут максимум, 20. Вот, на подготовку, на написание. Я вообще никак не парюсь насчет этого. Вот. Мне не важно, что я там скажу. Это как-то, блядь, по-батловски, не по-батловски, просто прикольно. Вот. Поэтому я никогда на этом не заостряю внимание. Вот и все. И братан, ну как может 15 минут уходить? Ну, зачем ты обманываешь? Скажи, час уходит, 2 часа. Почему час? Ну, почему? Вот ты садишься, смотри, ты садишься. И все, что у тебя первое идет, ты сразу записываешь. Ты не пишешь этот ебаный текст, в телефон не пишешь. Ты просто фристайлом накидываешь, и все. И все. У меня нет микрофона дома просто, я вот в телефон записываю. А, ну вот, бля, бро, надо обзавестись, наверное.
Слушайте, а можно, да, я спрошу, продолжу, да, как новичок, опять же. Вот по поводу подготовки к батлам, да, там, ты говоришь 25 минут, там, Полндропа все время говорит, там, максимум 3 дня он готовится. То есть биты уже есть за 4 недели, за месяц. Ты уже знаешь оппонентов, у тебя, то есть, есть все для подготовки, ну, уже реально за, за длительный промежуток времени. Почему это зашкварно готовиться дольше недели? Опять же, да, Оксимирон говорил. Это не зашкварно я вообще. Я немножко не понимаю. Вот у меня есть месяц, чтобы сделать, ну, как можно лучше... Ну, итоговый результат. И почему я должен пренебрегать этим временем? То есть, может, вы мне объясните? Я... Да нет. Я не говорю, что я долго готовился. Это не зашкварно. Это вообще почему... никак не зашкварно. Просто, ну вот лично мне надоедает, короче. Вот да, если... просто, брат, у тебя второй батл еще, а у него там 30-й, 20-й батл. И я он не уже... думаю, что тут разница в этом, у кого больше опыта. Все нет, равно, что просто, когда нет, ты, просто например... тебе надоедает одно и то же делать. И с каждым разом ты все быстрее это делаешь, нарабатывается. И на протяжении, например, если 2 недели брать, и ты постоянно повторяешь, прогоняешь, ну это все, это просто ты думаешь, блядь, уже кал какой-то. Вот, и тебе, возможно, придется что-то менять, а ты не хочешь этого делать. Ну и в целом тебя уже заебали эти раунды, и вот. Поэтому 3 дня, наверное, это самое такое на заучивание. Ну и потом забывание, конечно. 15 минут написать, 3 дня на заучивание, да? Да. Это кайф. Очень круто. Так, всем здравствуйте. Короче, хуй с ним. Донатные вопросы, все могут заработать денег сегодня. В основном, наверное, это к Сереже, потому что он знает список столиц, наверное, всех стран. Не-не, бро, деньги не нужны сегодня. Ну, тогда не тебе. Все ответы, которые ты неправильно назовешь, они пойдут по Чуйке, потому что у него день рождения. Договорились? Ну, окей. Так, я называю страну, а ты столицу. Будет 5. Я? Да, ну конечно. А. Ну вообще вопрос для всех, да, чтобы ты понял. Так, Ангола. Луанда. Правильно. Габон. Нет, Андора. Что там? Габон. Я не слышу. Слышу. Габон, что-то... Габон, Габон. Скайгадюка. Либревиль. Правильно. Гвинея. Конакри. Зимбабве. Хараре. Лесота. Масеру. Какие-то объебанный язык. Так, Малави. Лилонгве. Правильно. Как блядь, деньги нахуй? Дашь? Но, в принципе, ты попал со всеми вопросами правильно, но вопрос, попадешь ли ты завтра в бит? Я тоже не знаю, братишка, честно. Если попадешь, то удваиваю сумму. Не-не, я готов сейчас капитал забрать. Но условие только такое. Можешь принять, можешь нет. Не, в бит сложно. Аба, если выиграешь в этом BPM, какие дальше амбиции в BPM-карьере у тебя? Королевский у меня по планам идет, да. А потом уже супер тайтл. Ну, все вот это вот, цепки. Первое ты что сказал? Королевский дезматч. Планируешь туда? Тебе такое слово неизвестно, да, королевский? Еще вопрос один сразу к тебе. Я не просил. Сколько попыток ты примерно даешь себе на залет на бит? После какой ты остановишься? Вот, я думал, я думал. После какой ты перестанешь читать? Я думал об этом, хотел спросить у вас. Если... Понимаешь, какой-то момент позор наступит, там будет заново. Это хуйня. Нет, наоборот, мне кажется, если залечу, сразу это будет позор. Вот, поэтому... Ты если... даже если не залетишь, не будет незаметно. Ты в ритме, не в ритме, ты же там между где-то все время в этой доле. Мне самому интересно, экспириенс такой. У меня был опыт с Моргенштерновским вот этим, да, какашкой, лепешкой. Там не пошло, хотя там 2 слова нужно было всего сказать. Ну вот... Возможно, пьяный был, знаю, в этом вина. Ну, посмотрим. У меня техничные части большие, у меня и граймовые заходы имеются, и бумбэп, и джангл, и артик. Можно, Кабалбиск, последний вопрос. Все-таки справа от тебя сидит кукиш или из толпы? Как ты считаешь? Он да. Пиздит. Не, сейчас-то я понял, что это из толпы, но я вам клянусь. Подожди, но это из толпы, хорошо. Но это да нет, Кирилл просто... или Егор? Егор. Все, вопрос мне, все. Я просто серьезно, я за BPM-ами особо не следил, и они оба для меня, ну, как-то прошли мимо, и вот в батле попалось, и я долгое время, в конфе была аватарка там, ну, дальняя такая, лица не видно, и я все время клянусь вам. Да. Бля. Я не знаю, мне психологически был уверен, что это твой брат, и вчера что-то я открыл видос, где ты грушу хуяришь, ты скинул нам, вот. Это я скинул. Он мне в личку пишет, этот долбоеб что за своего братишку пиздить нас будет. Я реально их перепутал. Но сейчас рано познакомились из толпы. Аба, теперь, когда ты знаешь, назови 3 главных отличия из толпы и кукиша. Как их различить?
Это тайский боксер. А кукиш? Тот груша. Да? Третий раз. Все. С днем рождения, Пачука! Да, и так сейчас вас снимаем. Нокту. Палм. Лже-Нокту. Лже-Палм. Мой напарник DeepXSense. Легенда онлайнов, легенда офлайнов. Легендарный чувак. Так, мой напарник Лжедмитрий. И, конечно, с онлайнами он точно перегнул абсолютно. Но вот это как раз по его части. Ну, я... Версус выиграл. И истерить. И турнир кукружочков на кубке. Ага, мои заслуги это просто истеричка мод. Ну, мой соперник это Палм Дропов. В принципе, крутой панчлайнер. Ну, в целом, как BPM-щик, он примерно, наверное, на уровне меня. То есть мы не очень крутые именно в этом жанре, но в целом, я думаю, что нам будет в каких скиллах соревноваться. Мой соперник Нокту, и это чувак, который производит впечатление очень-очень опасного товарища. Возможно, он таким и поэтому является. Поэтому лишнего лучше ничего не говорить. Да, возможно, он таковым и является, завтра проверим. Насколько он толстокожий, насколько его маска скрывает действительно жесткого чувака. Но в целом он прикольный тип, прикольный. Отличные ребята, особенно Лжедмитрий, он мне сегодня здоровья очень много раз желал, да, я тоже желаю ему здоровья. Да, согласен. На мой взгляд, самое главное наше преимущество — это то, что мы давно как бы общаемся, жили вместе, и поэтому наше преимущество в синхронности, в слаженности. Я надеюсь, что на этом мы завтра и вывезем. Да, мы команда, у нас совместный альбом готовится, у нас несколько фитов, и мы друг друга понимаем, мы знаем, как работать на общую цель, я думаю, это будет наша сильная черта. Вот здесь должен быть огромный баннер, такая реклама, альбом, скачивайте. Если бы он был готов к отгрузке на площадке, мы бы так и сделали, но, к сожалению, пока нет. Скоро. Мы на грибах. Ну, исполнение, панчи, все вот это. Все вот это уже преимущество. Да. Я, если честно, когда готовлюсь к батлам, у меня нет каких-то конкретных ожиданий. Ну, то есть я настроен всегда на что-то позитивное, но при этом готов к негативному. Поэтому все зависит от нашей подготовки, от многих факторов, которые будут в кругу происходить. Поэтому надеюсь, что будет все хорошо. Ну, Кубок МЦ сейчас одна из самых ярких площадок для батлов. Поэтому мы решили себя попробовать именно здесь. Прочекать организацию, прочекать звук, как это вообще все устроено. Я думаю, что это будет интересный опыт. Ну да, нас как минимум привлекает техническая составляющая, поэтому вот завтра посмотрим, насколько это все будет круто. На всех моих BPM-ах у меня пока что не было какого-то идеального звука, в котором мне комфортно, поэтому я надеюсь, что завтра это как раз-таки свершится. Выебать. Ну, я лично очень хочу просто выступить и просто, ну, нормально прочитать то, что написал. Вот. А все остальное пока мало. А просто выступить и просто выебать. Главное — чувствовать себя хорошо. Абсолютно не обязательно. Особенно в BPM-ах это вообще нахер не нужно, по сути. Но мы его сегодня устроим. Обязательно. Синхронность охуеть просто. Для меня не обязательно. Ну, для меня это платформа, где можно продемонстрировать свой стиль, где можно обрасти связями. И многое зависит, наверное, от того, BPM это или акапелла. Если это BPM, то этим ограничивается для меня. Если это акапелла, то это неплохая платформа для того, чтобы выяснить с кем-то отношения и показать, насколько ты можешь лезть под ребра. Но лично мне такой формат уже не интересен практически. Ну, лично для меня это какое-то единоразовое возвращение в формат с интересными соперниками. Вот, ну, у нас пара очень колоритная, поэтому у нас и какие-то приемы будут довольно-таки необычные для этого жанра. Поэтому я надеюсь, что... Точнее, не я надеюсь, да, а для меня это в первую очередь какой-то, с одной стороны, эксперимент, с другой стороны, возможность вот
в данный момент, когда у нас с Димоном выходит альбом, сделать какой-то еще дополнительный актив? Для меня просто движуха. Интересно. Просто попробовать засунуть ху... Отличный состав у нас на этой конфе, но первый вопрос к DeepXSense, так как он здесь впервые, так как он не батлил 1000 лет. Дип, почему решил вернуться в батлы на кубок в составе... Ну, для начала меня вытянул вот этот человек, потому что он в какой-то момент говорит, давай залетим. Я такой, ну, а чё бы нет. Ну, а во-вторых, это интересный формат, в котором я никогда не участвовал, типа 2 на 2 BPM, какой-то эксперимент. Плюс у нас скоро выходит релиз совместный, поэтому почему бы не нагнать какого-то актива дополнительного. И для меня это скорее единоразовая акция, что я вылечу сейчас. Вряд ли я буду полноценно возвращаться, но как единоразовая акция, думаю, для меня это интересно. У нас главные варианты были, когда мы обсуждали вообще пары. Я говорю, вот с Нокту было бы интересно побатлить, потому что он необычно делает, он, ну, как бы крайне такой не шаблонный персонаж сейчас для батл-рэпа. Тем более он использует экстрим, можно много каких-то прикольных панчей написать. Нокту был интересный персонаж больше для меня. Дима говорит такой, ну вот Палмдропов, мне нравится Палмдропов. Я говорю, ну я хуй знаю, что бы я писал на Палмдропова. В итоге нам выпадают пары, мне дают Палмдропова, Диме дают Нокту. И как-то вот так вот получилось. Слушай, ну а мне казалось, что вот ваше противостояние с Палмом, оно должно хоть насколько-то принципиальным быть. Все-таки разные школы, там, Versus, RBL слово. Раньше ты часто Diesel Versus. Нет такого ощущения, что все-таки есть капля идеологической схватки у вас завтра? Вернуть меня года на 3 назад, может быть, было бы такое ощущение. Но просто, ну, мне сейчас батл рэп, он не то чтобы прям безразличен. То есть я этот жанр всей душой люблю, но... Ну, для меня это вот что-то из прошлого. Мне не хочется выяснять какие-то принципиальные вопросы. Ну, как бы я постарался в своем раунде, мы в своих раундах постарались сохранить какую-то батловость, но просто это уже не тот уровень конфликта, который когда-то там возникал внутри круга. Просто многие не то, что... Можно вопрос задать, пожалуйста? Давай. Будут мои фотографии в батл-рэпе? Конечно, обязательно. Ну что за пиздец? Нахуй я сюда приехал тогда? Писюн, может. Мы связались с твоей семьей, и семейный фотоальбом у нас будет представлен в полноте, братан. МЦ-пипирка тогда получается я. Что-что? Если семейный фотоальбом, то я МЦ-пипирка тогда. Ну, естественно. Если хочешь, мы можем обрезать исключительно с пояса пожалуйста, вниз. Да, да. Зачем вот, обрезать? Он же не еврей. Пипирку обрежьте, пожалуйста, блядь. Не, нахуй мне надо, кажется, нахуй просто надо. Это очень интересно. Вот люди не видели твое лицо, но уже увидят хуй. Да уже видели ебаный рот, блядь. Ну, пиздец, бро. Короче, вопрос к Палму такой же, как к Дипу. Вот Дип, видишь, открещивается от того, что какое-то принципиальное противостояние могло остаться между вами. Ты как думаешь, чего от него ожидаешь, и есть ли у тебя такое чувство? Ну, у меня точно нет никакой принципиальности. Вот, у меня никогда особо негатива не было никакого к DeepXSense. Поэтому никакой принципиальности с моей стороны точно не стоит ждать. Я хочу керамбиту напиздить, потому что... За что? За что? Он даже тебя успел обидеть, ну, что ли, чем-то? Ну, он пиздит дохуя. Ну и что, тут ничего нового? Да, а нового в том, что я тут, и это новое. И не надо про меня пиздеть, как вот и все. Как бы, братан, до тебя людям недолго ехать. Дружище, ну ты же знал, куда ты заходишь. Это же батл-рэп. Че? Я говорю, ты заходишь в сферу, где можно говорить обо всем, что угодно. Ну, можно говорить обо всем, что угодно, но можно ебало разбить кому угодно, как бы. Да. Можно, но ты же понимаешь... А можно, пожалуйста, шотик еще, пожалуйста? А, смотри, вы заметили, когда он хочет кому-нибудь залезть в рыло, он сразу хочет выпить. А ты что, не такой, что ли, блядь? Спасибо организации за то, что вы убрали стулья, как бы. Хотя можно оттуда еще бросить, да? Пацаны, вы как относитесь к дракам на батлах? Сережа. Если Нокту завтра пьяный и полезет драться? Нет, это хуйня полная, но, типа, что нам останется...
Смотрите, смотрите, эти два человека завтра будут ебальники друг другу бить, но сегодня они добрые. Видите, что-то это любовь, да, какая-то происходит? Видите, что Royal Raven делает с людьми? Да. Анатолий, позиция по Антону Забе есть? Раком. А вот чьи не буду уточнять. А в смысле, в каком смысле позиция? Да не, все, все услышали. О, все. Ты доволен, ты доволен. У меня есть вопрос DeepXSense. Расскажи, пожалуйста, сейчас все свои панчи, которые ты приготовил для нас. Все? Прям да. Все? А знаешь, мы, короче, тест проводили. Давай три. Нет, подожди, мы тест проводили, и я когда хоть немного, типа, наклюканный, я очень плохо наклюканный, свои тексты читаю. Наклюканный это что, типа, ты клюквы дохуя съел? Не, это типа, когда... это было хорошо. Не, это вот у нас, типа, старперов есть такая фраза. Вот ЛД вообще говорит под шофе. Иногда, да. Тебе сколько лет? Топ-3 панча, дай, пожалуйста. Сколько лет? Подожди, сколько лет? А я первый вопрос задал. Не, если ты скрываешь от меня информацию, то я тоже... Так я первый вопрос задал. Да кому, Нокту, ну сколько тебе лет? А кого ебать это должно? Нас. А вас-то ебать... Нет, вас должно ебать завтра вот мы и он. И все. Да, ну слушай, мы а же... При чем здесь, слушай, мы а при чем здесь года мои, нахуй? Мы с тобой выпили на брудершафт. Мы просто пытаемся соотнести наши поколения. А, ну если на брудершафт, ну... Мы с тобой выпили на брудершафт. Ну, мы... Ладно, хорошо. Вот мы скажи, старперы. Сколько тебе лет? Мне 30. 30? Мне 30 лет, а да. Мне больше 18. Вопрос к Дипу. Ты вот спустя столько времени вернулся в батлы, и именно на кубок... Хотелось бы узнать, ждать ли твое возвращение в акапеллу? Рассматриваешь ты? Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Да, ответил? И а я что, вначале, когда меня Пок спрашивал? Я хотел конкретизировать. Вот очень долгое время наши подписчики, ну, вообще в целом зрители батла ждут ваш батл с Похом. Так. Состоится он или нет? Интересно тебе было бы это? В акапелле именно. Не особо, на самом деле. Ну, блин, если мне сейчас не хочется какие-то принципиальные батлы устраивать, то я не очень вижу в этом смысл. Ну, не знаю, как ты думаешь, Пох, вот тебе бы самому хотелось батлить с оппонентом, у которого нет мотивации на это? Да, по кайфу легко. Да, типа можно разъебать просто. А вот мне не очень, типа, когда я не ощущаю типа себя мотивированным, мне не хочется. Ну вот, допустим, на батл с ребятами я был довольно заряжен, потому что батл необычный. Ну такая пара сформировалась еще очень специфичная, что прям хотелось вылететь. Тем более два на два. Тебе не обидно, что некоторые легендарные акапельные батлы до сих пор не состояли? Самые важные противостояния? Ну, знаешь, должны были с одной быть. Стороны, иногда я задумываюсь, что там в моменты, когда мне был максимально интересен какой-то акапельный принципиальный батл-рэп, я упустил какие-то возможности. Да не то, чтобы я, допустим, мы, потому что мы какое-то время даже... то есть у нас разговоры о батле, насколько я помню, были уже в тот момент, когда, ну, я, по крайней мере, хотел уходить. Жалко, что это не случилось до этого. Но хотел бы ли я вернуться в акапеллу, скорее всего, нет. Ну, точнее, не скорее всего, а определенно нет. Ну, потому что мне сейчас больше интересна музыка, мы делаем альбом. То есть, если смотреть на батлы, на вот эти все какие-то принципиальные, какие-то конфликтные ситуации, то мне со стороны сейчас это кажется чем-то крайне несерьезным. Вот я смотрю на то, что происходит вокруг себя в жизни, и я такой думаю, ну, если сравнивать это с батлами, то это какой-то детский сад. Как ты вообще сейчас смотришь на то, что с акапельными батлами происходит? Смотришь ли за ними как зритель хотя бы? Следишь? Ну, отчасти. То есть процентов 40, может быть, я просматриваю. Ну... Сколько ёбаных нерлиаль-хотепов из великого множества форм? Нихуя себе вопрос, конечно. Это прям... Я читал. Ёбаный рот, мама. Я не читал. Это что-то из Лавкрафта, да, наверное, было? Нет, это что-то из Лавкрафта, но я не всего Лавкрафта, очевидно, читал. Так схуяли, ёпты, ты же шагот дохуя, братан. Я, ну, как бы, да. Я чисто, понимаешь, свою шаготскую натуру представляю, а вот эти свои рельхотепы, блядь... Пошли в туалет шаготами, померимся. О, хорошо, после конференции, блядь...
Deepak Sense, обожаю твои батлы, всегда следил спасибо, за твоим творчеством. Охуенный чувак. Но вопрос вот такой вот у меня. Короче, недавно просмотрел все твои батлы нон-стопом. Блядь, ты серьезно сидел? Да, ну реально так и получилось. Я сочувствую. Да не нормально было. И, короче, вот был такой прецедент, наверное, на батле Джарахова с автотюнщиком. Я извиняюсь. Интересно, Клава ты перешел, Браво, ладно. Клава Браво, да, вылетела из головы. Вот, и они на третьем раунде зачитали свой трек. Но у вас готовится альбом, да? Ну, ты вот как будто бы телеграммы прошерстил, и все такие типа, ну, как будто бы они в третьем раунде могут сделать типа трек именно с альбома, чтобы, ну, как промо презентовать. Мне на самом... Если в этом правда. Мне на самом деле отчасти нравится, что такие низкие ожидания к нашему выступлению, что мы вот реально настолько, блядь, хуя положим, что выйдем, типа, свой трек исполнять с альбома. Ну, нет, такого не будет. Как бы батл — это эксклюзивный материал, ну, надо написать текст, который будет конкретно на батл. Так нет, вы же еще не выпустили альбом, получается, можно эксклюзивный материал в плане трека выпустить. Ну, это, знаешь, это... Ну, ладно, все. Ну, как бы Нокту переубедил, все, блядь. А как альбом называется? Переписывайте все нахуй. Давай. Спойлернуть? Синергис. Как? Синергис. Это как переводится? Синергис. Как синергия, скорее всего. Это из Лавкрафта что-то. Да, короче, если быть прям откровенным, то ебать, конечно, мне жалко, что АО сюда не пришел. Я хотел ему, ну, сказать, что я хотел сказать. Теперь у меня это не получится сделать. На батле будет уже, ну, не та какая-то атмосфера, там будет уже панчлайны, вот эти подколки. Тут я хотел сказать, чувак, мне нравится твой стиль, там, мне нравятся твои барсы. И в целом, как ты, ну, двигаешься по жизни. Но я этого уже сказать не смогу. И меня это реально подъебало. Я не удивлюсь, если завтра, ну, можно будет ждать какого-то крупного обсера с моей стороны. Потому что вайб — это все. Вы, как представители BPM, должны это знать. То есть текст — ничто, вайб — это все. И вот со стороны вайба у меня будет завтра жесткая просадка из-за этого поступка. Уж я не знаю, у кого винить, таксисты или АО, или АО и был тем таксистом, и как это вообще произошло. Завтра я, конечно, у него это уточню, чтобы не быть голословным, но сейчас настроение максимально подавленное. Единственное, чего не хватает прям батл-рэпа, это новых лиц вот в акапельном жанре. В BPM-е вроде бы дохуя как бы участников, а в акапелле маловато. Но в целом, я думаю, жанр вполне себя нормально чувствует. Вот тут, когда у него просмотры упадут до 20 тысяч за ролик, вот тогда я скажу, что ну прям плохо. Ну да? Вот у последней акапеллы на кубке 30 тысяч на данный момент. Ну это утюление... Ну, подожди, сколько дней назад он вышел? 5 дней. Ну, я думаю, как минимум там 1050 он наберет. Быть, да. Но, не, ну камон, плохо. Камон, чувак, камон. Как бы... ориентироваться на просмотры — это прям да. Последнее дело. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки есть определенная какая-то планка, которая прям отражает отношение аудитории. Да нет никакой аудитории. Планки, чувак. Вот я знаю как минимум один пример, блядь, батла, который проводился в ебучем телеграм-канале на 200 рыл, и там проводился дезматч в формате кружочков. И вот там чувак выдал, блядь, лучший панч нахуй этого года, который я слышал. Я, ну, давай. Клянусь вам. Можно? Это, можно это панч? Это лишнее. Я к тому, что просмотры тут как раз-таки нихуя не должны решать, потому что настоящие там бриллианты, да, этого жанра, они всегда были подвязаны не к просмотрам. Если мы, блядь, вспомним такую славную площадку, как Versus, сколько там хуеты навыходило с гигантским количеством просмотров, да? То есть, ну не, я не согласен, короче, с вот этой хуйней. У меня есть контраргумент, потому что... Когда, произошло true. Ну, всяч не хочет говорить. Смотрите, если мы говорим с точки зрения площадки, тогда у нас возникает вопрос. Если батлы не набирают просмотров, то каким образом мы будем это монетизировать? Каким образом мы будем продолжать эту движуху? Если батлы набирают там по 10 тысяч просмотров, то каким образом мы будем дальше на этом ехать? Поэтому батлы может быть овер-охуенными. Типа, они могут быть там где-то в телеграм-каналах. Но когда мы говорим о движухе всероссийского масштаба, все-таки хочется, чтобы это возымело какой-то всероссийский успех. Если этого нет, то стоит задуматься.
Нахуй вопрос. Это вообще надо? Не, все, завтрашний ивент отменяется. Вопросы есть только вот к этому дивану. Вот ты говоришь, Толя, что типа вы сошлись там на какой-то музыке, я даже знаю конкретно на чем, на названиях треков своих вы сошлись, потому что вот у тебя, блядь, шакоты какие-то. На хитро выебанных названиях, да, типа? На очень хитро выебанных, на жестко хитро оттраханных названиях, потому что вот у Лжедмитрия есть треки, я просто перечислю, у него треки типа «Суррогат», «Робот простолюдина», «Лжеблагодать». Дружище, вот для чего ты скажи, зачем нужно вот это искусственное усложнение названия треков, если вот у тебя есть трек «Некрооазис», есть хорошее русское выражение «Мертвая вода», нахуя какой «Некрооазис» к хуям собачьим? Вот что сможешь на это ответить? То есть ты считаешь, что «Оазис» — это вода? А что это такое, по-твоему? «Оазис»? Ну, типа, ребят, вы можете ему объяснить сами, но оазис — это видение. Мираж — это видение. Ну, блядь, мертвое видение тоже. Да вот это пиздеж, я все, я видел, это не вы видение. Вы не знаете, что такое оазис, я правильно понимаю? Бро, это не видение. Знаешь, в чем дело? Если бы ты слушал мой альбом в полноте, я думаю, что у тебя не осталось бы вопросов. А если в темноте я бы слушал? А у меня бы остались вопросы. Бля, Баджа, прикинь, если бы ты это в «Оазисе» послушал, у тебя бы совсем другое восприятие. А если я тебе просто отвечу, что мы, ну, душнилы, но вот у нас так получилось. Это будет охуенный ответ, Толя. Это будет лучший ответ, который меня устроит. Аплодисменты. Для душнильства аплодисменты. На самом деле, реально, еще важный вопрос, вот кто ли есть. Я как представитель мужского пола, который скоро начнет лысеть, хотел бы спросить у тебя. Ты же вот недавно делал пересадку волос, правильно понимаю? А, реально? Подскажи, пожалуйста, где ты это делал, там, по какой стоимости? Это реально насущный вопрос для большого такого числа мужчин. Вот такая тема. В Ереван поедешь? Ну, не, это если ко мне предложение, не, могу если ты хочешь делать пересадку, хотя у тебя вроде все в порядке. Если ты хочешь делать. Если ты хочешь делать пересадку, блядь. Ты... Не, я слышал, в Стамбул гоняют для этого. Ты никуда не уезжал, да, ну, за пределы Армении. Не, были даже. Мысли зачем? Поехать в Стамбул, но... Просто типа, пересадка мы в Ереване была. Подручными средствами обошлись. О, вот это вот видели, слышали там. В Ереване, да, реально делал? Да, да. А по стоимости что, сориентируешь? Ну, косарей 200, где-то так. Ну, все хорошо, у меня будет волосатый все. Лобок, всем но, спасибо. Но, если честно, я смотрел, в России, по-моему, есть варианты тоже, типа, и дешевле даже. У меня достаточно немного провокационный вопрос к Дипу, учитывая то, ну, площадку, на которую он закончил, и решил вернуться, ну, на один раз, как он сказал. РБЛ или Кубок по организации? На данный момент? Ну, вообще, в принципе, по ощущениям. Он ну, же еще блин, не забатлил даже. Как бы площадки... Не, ну как бы я стараюсь придерживаться какой-то объективности. Сейчас, понятное дело, что Кубок. И одна из причин, по которой мы ворвались на Кубок, это именно потому, что на BPM-ах Кубок сейчас ебет. По звуку, последнюю встречу, которую все там обосрали из-за каких-то неполадок, я не беру в счет. Но в целом, да, типа по звуку, по какой-то технической организации, именно поэтому мы пошли именно сюда. Потому что хочется... Ну, вот у меня за всю жизнь практически не было BPM-ов, которыми я бы был технически доволен. И где-то ты себя не слышишь, где-то потом звук плохо записывается. Вот мне бы хотелось как-то поучаствовать в том формате, где я буду удовлетворен. Дополнение к этому, Дип. Вот сейчас дискурс такой в батл-рэпе последнее время еще актуальнее стал про эффекты различные на батлах, да, сведения, постпродакшн. У меня как раз сейчас недавно вот интервьюшка была с Панчтаймом, и мы тоже обсуждали плотно этот вопрос. Я к этому нормально отношусь, но тут просто, понимаешь, это индивидуальный момент. То есть если там прям напихали этих эффектов очень много, и они не к месту, они очень сильно искажают восприятие самого выступления участника, это одно. С другой стороны, если эффекты вставлены для разнообразия, для улучшения контента, я, ну, типа, не противник этого. И мы еще обсуждали такой момент, вот как перезаписанный звук на батле Алфавита с Гоукиллой. И я тоже высказывал свое мнение, что в целом как бы я негативно отношусь к тому, если звук перезаписан,
Но если звук перезаписан, исходя из обстоятельств, это скорее вынужденная мера. То есть, ну да, ты же батл записал, ты должен его выпустить, ты должен его показать зрителю. В каком виде ты его хочешь? Ты его можешь вообще не выложить, если там звук, ну прям санина ебаная. Если звук там хоть более-менее, ты можешь его выложить, его все засрут. Либо ты можешь перезаписать раунды и показать хоть приблизительно, как этот батл проходил. Но я думаю, что в данном случае как бы чаша весов, она перевешивает в сторону того, чтобы перезаписать раунды и показать материал.